Так. Еще у нас фигурка подъехала. Посмотрим, кто это. Так, интересно, интересно. Мне кажется, это кто-то из пиратов. Подставочка. Здесь вот эта вот формовка пластиковая, можно ее отломать. Сразу отломаешь, чтобы нормально фигурка поставилась. На самом деле такого, наверное, не должно быть. Сейчас подберу как брак. Так, это у нас, походу, какой-то мистер Гибс. Это пират. Здесь, я думал, какие-то бирки, это медальоны. Так, с такой улыбочкой и вот с такой. Сзади жилеточка, прикольно. Так, судя по волосам, ну, наверное, как-то либо мистер Кипс, либо еще кто-то. Такой пират. Ну, пусть будет улыбающийся, наверное, так вот даже повеселее. Так, центр голову, хоп, одеваем. Руки. Сабли пират, красивые фигурки получаются. Или, может быть, это этот Тернер младший. Такой вот он с хвостиком, улыбается. Маленький какой-то ножичек. Ну, не знаю, может быть, такой.